Так, именинник под машиной, все хорошо. Говорит, лучший день рождения. Двумя лебедками еле достали. Откручивает кардан. Кардан оторвался по крестовинам. Как ты тут? Классно. Классно. Этот удобно, кардан вот. Даже слепой трогал. Не, этот кардан грех не потрогать. Ну да, хороший. Ну, болото было серьезное. Сейчас покажу ватерлинию. Четко видно, зелененькая, красивая. Вот она, видите, вот. Впереди было глубже. Ну так мы выглядим. Сейчас открутим и на передке поедем. Все идет как надо, да? Жижа капает на живот. Жижа на живот? Да. Бородач где, уехал? Да. Одни мы остались, видите? Вот четвертое. Так, выдергивай его. Снятие кардана. Только была она в болоте, вот по ватерлинию, вот зелененькую. А дай мне что-то. Болоточек какой-то. Шатай его, шатай. Я твой кардан шатал, ты можешь. Блин, так можно без болота. Прошел нормально. Раз, прошел нормально. Два, три, четыре. Отлично. Все починили. Кардан бросаем там? Да бросай нахрен, он уже бы не пригодится. Пригодится. Вот, которого мы пытались задавить. Который, давай! Который человек? Да. Так, ну, Женя, поворот включать же, да? Сейчас фары включим, давай. Так, ну все. Кардан открутили, погнали дальше. Сейчас мы понижение уберем частично. Тут более-менее маршрут несложный, но могут быть сюрпризы все равно. А я думал, передний кардан тарахтит. Там он такой себе. А он еще крепче заднего. В заднем были уверены. Шишиги типа крепкие, но вилка не выдержала. Так. Блин, какие сказочные места эти дубы. Эти луга, березы, Леня на самурае. Что тут скажешь? Что может быть лучше? Да. День незабываемый. Так, тут немножко оффроуд начинается. Надо объезжать, ага. Сильно не объедешь тут. Держитесь. На передке немножко забросало, да, грязью? Ё-моё. Тут жесткие места. Да, интересно. Там высохло, а тут нет. Да? Есть, да. Так, ну я думаю, Женя проедет там, где я на передке проехал. Блин, весь в болоте. Руки, ноги. Плечи. Спасибо, где мы портфели. Руслана, как после спа. Да, да, да. Красиво. Нормально, да. Как вы там без меня? Нет, дайте насосы, и мы уедем. Так, компрессор даем и дальше поедем. Включать, я не знаю. Сейчас я включу. Да, да, да. А как же я проехал, если там трудно было? Не надо. Качаем минут. Минут 10 без остановки или 12, нифига. Так, подкачали, пробуем быстро доехать. Да, темнеет моментально. Да, да. Да?
Да, передний кардан тоже. На последнем. Опа, держитесь. На последнем дыхании. Ух, какое место. Тоннель, да. Это жесть. Комната страха, да? Коридор. Так, сейчас. Тут. Да, в темноте тут, конечно, ярко. Правда, оффроуд чуть-чуть сейчас будет. Я думаю, подсохло, хотя тут речка рядом, блин, можем застрять. А может и нет. Не, нормально. Проехали, значит, они тоже проедут. А ну, смотрите сзади, где они, не вижу я их. Были, да? Да. Там эти выезды, просто повороты. Женя, есть? Такие джунгли настоящие. Дичайшее. Дерево на дороге. Это жесть. Это крутяк. Блин, Леня на маленькой машинке как-то быстро уехал. Где они сзади едут? А, все, выехали. Выехали на твердую землю. Сейчас 2-1,5 км, и мы в лагере. Какой красивый закат. Да. Яму выкопали. Видите, большая справа. Вот оно вся полностью. Ров такой был вертикальный, глубокий. Кто-то мусор вывез, выбросил и выкопали. Это мы раскатали его.
тут дорога плохая. Мы практически в лагере. Сейчас будет чай, торт, костер. И путь домой потом. Да. Так, пошла. Давай, тарелочки для торта. Если кто желает, подносите. Какая у тебя рабочая рука, правая или левая? У меня левая. Да я у бородача спрашиваю, правую ему отрежь руку. Я про рабочую. Или прогайте крутить. Я ехал, смотри, такая собака. Все. Прямо вот. Кому? Тебе? Да. Хорошо. Сначала девочка. Всем. Тогда торта нам не хватит. Давай по очереди хотя бы. Мальчик-девочка? Да. Давай так. Русь, так это тот... Это тот прошлого раза, да, да. Шоль? Брал его, да, вот да. По запчасти. Мальчик-девочка. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. Давай, давай, девочка, сначала девочка. Чего? В июне был. Отрезал чуб и приклеил на лоб. Нам глазки приклеил. Им ручки. Рус, давай глаза тебе приклеим на очки. А, прошлый раз ты же глаза, давай бородачу глаза одевай. Давай тебе на очки приклеим. Нет. Не, ему этот, волосы. Чубчик? Да. Блин, Витя, что-то у тебя проблемы реально. Что это такое? Далее. Это лоток тебе для торта, Леня. Так, вот туда подходите. Вот этот чай. Мой. Все. Леня, может, наливай торт. Давай. Режь мечи помельче, потому что такие куски. Это только. Да, да. Придется еще за одним ехать, да, Руслан? Да. Чуть меньше. О. Вон давай, девочки. Вот это Руслан. Давай, отрезай. Одну часть разрежь и одну часть Руслану. Давай, я держу. Давай. Далее. Подожди. Понял. Тебе туда два надо? Так, все, девочки, закончили. Кто еще тортик, девочки? Ну, ладно, понятно. Раз. Бородач говорит, на тебя смотрит глаз из торта. Да, так и есть, смотрит. Тут что-то снимают. Именинник ложится спать. В общем, движуха нормальная. Так какая тут трансляция? Надо там ближе делать день рождения, там связь есть. Привет, подписчики. Так, друзья, ну что, все, завершен наш долгий оффроудный день. День рождения отметили. Бочка вместо ведра, увидите, висит. Но машина серьезная. Сейчас, может, так лучше будет видно. Едем домой. У вас на БТРовских на переднем приводе. Я тоже на переднем приводе. Как-то так получилось. Бывает. Видите, грибок. У меня кардан даже шишиговский поломался. Не выдержал. Ну, а так покатались хорошо. Ну, это уже было в конце. Весь день откатали, все нормально. Подписывайтесь, делитесь. Всем пока, до встречи. Пишите комментарии. YouTube канал видит плохо. Так что вся надежда на вас. Пока еще раз. Так, все только начинается, как выяснилось. Русь, классическое. Знаете, с тобой просто весело. Узовато постоянно. Не скучно. Смотрите, друзья, что-то тут то ли где-то резанули, то ли разошлось. Короче, колесо. Вот
надо вкратить. Колесо тю-тю. Давай. Сейчас будем запаску от Тойоты ставить. Главное, чтобы она подошла. Но она тоже спускает. Это основное колесо, это не запаска. Запаска уже мужики. Подожди, подожди, подожди. Надо чуть-чуть вперед, да. Буквально немножко, смотри. Так а что, может, не упадет? Ну завести надо чуть-чуть вперед, да, потому что оно уже уперлось в номер и уже не получится вперед. Вы как родились с этим колесом? Опять классическое. А стяжек нету теперь. Да. Главное, чтобы стало поступиться. Диаметр там еще есть сомнения. Я не помню там. Витя, ты там под УАЗ так не залазь? Да, потому что хайджек это. Блин. Не да, налазит. Прикинь. Не налазит? Да ты шо? Нет, должно оно налезть. На давай, меня, давай. На меня, прокручиваем, скидываем и прокручиваем. На тебя? Да. Давай, ориентироваться. Центральное отверстие проходит, нет? Поднимаем. Дядь, у нас ЦО не проходит, смотри. Чего? Я думал, мы упираемся. На шпильке не попали. Секунду. Блин. Так пугает нас. Все нормально. Классический вариант. Да? Да, колесо. На опыте, ты что, за 10 минут ты видел, сделали? Да, вообще. Вопрос весь сделали за 10 минут. Ты сейчас минут поедем. Запас, вот, да блин, ну никогда. Да надо тупо чинить, то ж после тех ежей так оно и... Сюда мы ее не поставим или поставим? Может и поставим, кстати. Дай свет. Поставим. Как не взорвется? Я тоже. Выключи там, Макс. Клемму сними с аккумулятора. Там ниппеля нет. Поздно. Ну я же тебе сказал, стой, ты чего? Ну она все равно там спускается. Витя, трещотка. Понял, извиняюсь. Давай ниппель где? Конец дня. Пришло. Блин, ниппель где? А ну держи телефон, буду сейчас искать. Ниппель, да. Ниппель я не помню уже где. Есть, в кармане. Давай. Да нет, уж не закрутил. А что за люк? Рулевое? Рулевое? Нет. На шее есть. То может я, слышишь, в лагере стоял, не спустила. Я стоял на этой, остановился, да. На дырке на земле. Ты передул? Не. Надо вести его, пробовать чинить. Так, ну все, да, за 10 минут мы этот раз на опыте очень быстро все получилось. Друзья, вот такое кино. Как из фильма ужасов. Как из фильма. Подержи, я тоже фоткаю. Как из фильма ужасов. Ага. Это точно. Так, инструмент, салон и летим. Запаска теперь у нас вот такая, уже это не новинка. Да. Не, ну от Тойоты не было, тоже от Ниссана не засчитывается. У Тойоты другая. Да надо не забывать, что выпускать. Поэтому... Да, а, стоп, компрессор убрать. И... Все, летим. Так, друзья, колеса тут типа нет вообще на фоне того, что было. Как-то едем.
пониженную выключить. Так, еще у нас остался передний привод и кардан спереди такой себе. Будем надеяться, потихоньку доедем. Какая-то жесть, короче, все время. Волна едет, да. Мы на асфальте уже. Да, забыл же, в отличие от прошлого раза, дифференциал-то у нас сейчас передний нагружен. Мы же на передке едем, а разница в колесах бешеная. 33 дюйма и 50 дюймов. 17 дюймов разница. Диф нагружен. Привод передний только, кардан задний отпал. Ничего, потихоньку, я думаю, доедем. Патрулевские мосты крепкие, наверное. Друзья, останавливались, качали, подтянуть пытался я подвесной там. Тех, кто его ставил, как-то так странно немножко закрепили. Ну и там еще гайка, видно, резьба или на болту, или на гайке сорвалась. В общем, подтянуть не удалось. Едем, сколько проедет. Там уже будем что-то решать, если отвалится. Или тянуть на веревке. Или прикручивать чем-то. Ну посмотрим, пока едем. Так, друзья, выскочили на Правительственную. Кардан на последнем дыхании. Что-то уже там были звуки, вроде как отвалился, но пока едет. Сразу вспоминаю Танзанию, когда дифференциал у нас был загружен тоже неравномерно, ну, в смысле, в нагруженном был состоянии, правильно сказать. Тоже было колесо одно 33 дюйма, одно где-то 30 примерно. Не так, ну, в таком где-то разбросе. А тут у нас 33 и 50. Вот такая разница, ну, потихоньку едем. Над чем поработать, в общем, на неделе надо будет привести в порядок вот эти все моменты, там крепление подвесного. Так сделали на один болтик, как-то было по-человечески, потом мы переделывали, возвращали передний мост, кастер мы меняли, опускали крепление клюшек передних, кастер становился другой, и потом вернули и назад, и кардан, в общем, стал стоять не так передний, естественно, и из-за этого крепление переделали, ну как-то так переделали, не хочется говорить плохих слов, ну не очень хорошо, на одном болту как-то перекошено, там приварено, прикручено. Доступ к гайке отсутствует, приходится как-то ее руками там держать или отверткой, чтобы просто затянуть этот подвесной. Но он на два болта должен, все знают, как подвесной крепится. А тут на один болт вывернуто, ну при этих нагрузках он постоянно откручивается. Вот сейчас вибрация возрастает, я слышу, чтобы он не отвалился. Ну колесо спускает, один раз подкачали уже. Наверное, 10 накачали, не знаю сколько. Ну, это меньше, конечно, но пятерочку точно накачали. Пока едем без подкачки. Ох, тут летают сироты наши здесь. Ладно, едем. Друзья, тут вспомнил еще один сюрприз. Чем больше звуков, тем лучше мозг начинает работать. У нас же впереди не классический дифференциал, а ЛСД-блокировка, то есть по принципу дисков сцепления в мотоцикле, что-то такое. Ну, диски фрикционные в пакете. В общем, хотя никогда ее не разбирал, но так видел схематически, мельком где-то. И она, получается, сильно нагружена. Если мы на заднем приводе, ну вариант есть колесо переставить, заднее вперед,
тогда не будет этой нагрузки. Ну, звуки больше карданцы. Так, друзья, ну мы долетели. Киев, заправка первая. Динамовскую базу проехали. Попробую все-таки кардан подтянуть. Сейчас чуть остынет диф. Поедем дальше. Так, друзья, ну что? Какую-то нашел гайку, шаг резьбы не тот, естественно, или там болт уже уставший. Что-то вначале чуть-чуть накрутил. Но ничего не помогло. Так. Я думаю, потихоньку доедем, будем пробовать, в общем, сейчас. Вон Витя, Макс, Женя. Все тут перекусили. Ну, километров 20 нам еще до базы, ну, может, 15. Не, наверное, все-таки 20 отсюда. Слышите, тарабанит. Будем надеяться, в каком-то стабильном режиме в натяжку едет. Это какая-то жесть, как говорит Витя, уже записал там пару моих неожиданных высказываний, включил вовремя камеру. Говорит, надо уже тебе, и только что из-под машины тоже звуки там я издавал ненормативной лексики. Говорит, надо делать канал уже Offroad UA 18+. Я говорю, тогда уже не 18, 21+. Говорит, если сделаешь, будут нормальные просмотры. Ну, не знаю, как там с монетизацией, с этим. И со всем остальным. Ладно, будем надеяться. Доедем. Я по поводу того, как там сделан подвесной, вспоминал, там должны икать люди. Ладно, едем потихоньку, уже недалеко. Так, ну почти все столичное шоссе преодолели. Сейчас будем на мост уже заезжать. Осталось буквально нам тут километра 4, наверное, до места. Приблизительно, может, чуть больше. Что-то там воняет, грохочет, не знаю, доедем, нет. Будем надеяться. Будем медленно ехать. Диф нагружен. Какие-то уже такие звуки жесткие очень. То ли раздатка, то ли мост, не пойму. Так, звуки все жестче и жестче. Мы на мосту. Не знаю. Еду уже очень медленно. Все, доехал, друзья. Все нормально. Будем разбираться позже. Так, ну вот так мы вчера приехали после хорошего оффроуда. Машина должна выглядеть правильно, да? Блин, Жека, оно выпрямилось, я не знаю, мы его выимем теперь или нет. Ну да. В общем, катнули как следует, видите, машина нормально выглядит. Немножко небольшой перекос, но доехала своим ходом. Ключевое во всем этом. В общем, подписывайтесь на канал, делитесь, будет много интересного.